Бәріне сәлем! Бұл eHistory сайтының интеллектуалдық ойыны. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Айдия Айдарбаев және Дәурен Арманұлы. Здравствуйте, меня зовут Айдия Айдарбеков. Я режиссер, сценарист, продюсер. Также на данный момент я ударился в науку. Я докторант, студент. Также преподаю в Астана IT-университете. Правда, part-time. Но для меня это очень такой необычный экспириенс, опыт. Мен есім Арманұлы Дәурен, мен жасым 22-де, қазіргі таңда мен студентпін. Я окончил школу в 2010 году, то есть, получается, 10 лет назад. Это было жақсы орта мектебі, я на казахском учился в селе Жақсы. Вот, получается, уже довольно приличный срок прошел. Так что я немножко переживаю по поводу того, как сейчас пройдет у нас. 2016 жылы Ақтөбедегі 51-ші гимназия. Бізде әртүрлі ғылыми жобалар болды Қазақстан тарихынан. Біз содан қатысып, әртүрлі проекттерді дайындап жүрдік. Сол кезде сол тарих пәнін ұнаттым. Да, история довольно так неплохо. У нас хорошие учителя были, методика их прям подготовки к ЕНТ, мы хорошо готовились. А на свободное время я провожу, смотря кино и сериалы. Это мое любимое занятие. Также, конечно, чтение книг. Мне из последних понравилась довольно-таки неплохая, можно сказать, франшиза. Это «Каникулы офлайн». Первая часть, она очень была популярна, мне кажется, как раз-таки среди молодежи, среди основной аудитории, школьников. И это позволило им снять сиквел. И, кстати, Мират Ангельдин, он главный герой этой франшизы, снимался также и у нас в главной роли в 91-19. Бірінші тур. Блиц. 10 сұрақ. Жауап нұсқалары жоқ. Әрбір дұрыс жауап үшін бір бал. 1991 жылы Кеңес одағынан соңғы шыққан мемлекет. Это мы, Казахстан. Казахстан. Я недавно читал статью интересную про то, что, оказывается, в это время, во время распада Советского Союза, на станции МКС в космосе был один космонавт Советского Союза. И когда все это распалось, он еще находился там. И когда распалось все, получается, он же гражданин СССР, а СССР такой страны уже нету. И не ясно было, кто его будет возвращать, как он будет, там, я не знаю, сколько, несколько месяцев, если не ошибаюсь, провел в открытом космосе, ну, на станции МКС, и только потом уже, когда Россия там договорилась с кем-то по поводу выкупа его места, там, если не ошибаюсь, другая страна выкупила место, чтобы своего космонавта отправить, и тогда только его возвратили. 1970-ші жылдардың басында Есік қорғанынан табылған археологиялық қазба. Ну, алтын адам, скорее всего. Алтын адам? Нет, алтын адам. Ну, алтын адам... Сейчас, если не ошибаюсь, довольно-таки активно идет продвижение Алтын Адама именно за рубежом. Они, выставка ездит по разным странам, и, ну, я думаю, как раз-таки для широкой аудитории, для зарубежных туристов это будет интересно. Как раз-таки еще один стимул приехать к нам в Казахстан. 7-ші қысқа Азия ойындарының ашылуы қай қалада өтті? Ну, это у нас в Астане, если не ошибаюсь, Алау. Дворец, Ледовый дворец, там проводили. Астана, да? Азиада 2011 года, я помню, я тогда на первом-втором курсе был. И для нас, как для студентов, это был большой ажиотаж. Помню, ребята в таких красных куртках, там, Алау, Азиада, ходили и, можно сказать, зависть вызывала. Как бы такую куртку получить, как бы стать волонтером. Батыс Қазақстанның ең үлкен қаласы. Западного Казахстана. Ақтөбе? Ақтөбе. Я один раз только был в Ақтау, Жаңаөзен, но мне всегда интересует именно западная часть, потому что вот как я побывал там, действительно восхитился красотой, насколько там вот каньоны, пустыни, прям вот это все очень красиво. Вообще Маңғыстауский и западный регион. А сам Каспий, это, можно сказать, наш Казахстанский океан. Кеңес одағының батыры атағын алған, қаһарман қазақ қызы, пулеметші. Так,
Алия Молдагулова снайпер, а Маншук Маметова пулеметчица. Маншук Маметова. Жетісу футбол клубының базасы қай қаладан орналасқан? Ну, наверное, если Қайрат в Алматы, скорее всего, Талдықорған. Алматы, наверное. Да я вообще нуля, короче, я не знаю. Талдықорған, буду знать. Әлемнің түккір-түккірінен жиналған атақты профессорлар дәріс беретін 2009 жылы Астанада құрылған университет. Назарбаев университет, я думаю. Да. Назарбаев атындағы университет. 2019 жылдың 9 маусымында Қазақстанда қандай саяси тарихи оқиға болды? Это было совсем недавно, получается, но так, это было выборы президентские. Кезектен тыс президент сайлауы болды. Потому что я помню в марте, 19 марта, Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал, что уходит с поста президента. Потом, видимо, такой период понимания, что будет дальше. И 9 июня, получается, да, были выборы президентские. Казахстан Республикасында халық саны ең көп облыс. А, ну значит, алматинская, да? Алматы? Байқоңырдан 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында тұңғыш рет ғарышқа ұшқан кім? 61-й, это, наверное, скорее всего, Гагарин. Юрий Гагарин. Ну, про Гагарина я не смогу какую-нибудь историю рассказать, мы с ним не дружили. Но я знаю, что на тот момент он был настоящей суперзвездой. То есть не только в рамках Советского Союза, то, что как он первый космонавт в мире. И, если не ошибаюсь, его даже приглашали там королева Великобритании, в Америке какие-то разные ивенты были. И он был, ну, тех времен, наверное, селебрити, как сейчас вот, знаменитости, актеры, которые получили Оскар, я думаю. Екінші тур. 10 сұрақ, 4 жауап нұсқасы, біреуі дұрыс. Түркістан уәлаяты газетінің алғашқы редакторы. Сиралин. Или Ибрагимов все-таки. Сиралин. Елімізде инвестициялық монеталар қалай аталады? Давайте попробуем Жібек жолы, наверное. Жібек жолы? Керей мен Жәнібекпен еріп кеткендер өздерін қазақтарымыз деп атады да, осы атау оларға бір жола бекті деп жазған кім? Дулати, я думаю, скорее всего, Дулати. Дулати, не месе уйти, мы скажи. Мен ойымша Дулати сияқты. Да, уже я чувствую себя как на ЕНТ. Намного тяжелее вопросы, чем в первом туре. 1838 жылы мамырда кенесары сарбаздары не істеді? Может быть, уже было какое-то наступление, то есть, либо они сожгли крепость, либо завоевали, верно. Ну, я думаю, наверное, сожгли крепость. А, сол Ахмолан, уртеп жерген шот. Басқа варианттар келмейді просто. Алашорда басшылығы басқару органдарын құру мен Алашорда үкіметінің заңдылығын дәлелдеу мақсатында 1918 жылы 23 шілдеде Сібір үкіметінің премьер-министріне не істеді? Ну, думаю, может, отправлено письмо. Просто как бы они уведомили, проинформировали. То есть следующие шаги это уже более крупные, то есть по действиям. Может быть, начинали именно с отправки письма, а затем уже поступательно делали остальные. Ага. Яғни олар шабуыл жасаған жоқ, себебі алаш қозғалысы ол тек қана мәдениетлікті мәдени жағынан қозғалыс жасау дегенді білдіреді, яғни. Сібірге олар бармайды, себебі Сібірге обычно сол кездері жер аудару болды. Яғни олар хат жолдан.
Азамат соғысының ең соңғы майданы, солтүстік жетісу майданы қашан жойылды? 21-22, может быть, ближе к концу. 21-й. 22-й жылы. Қазақ АКСР-ның конституциясы қай жылы қабылданды? Давайте 26-й, самый более ранний. То есть примерно в те же годы все республики формировались Советского Союза. Яғни бекітілген жылы 1926. 1920 жылы Қазанда қырғыз қазақ АКСР кеңестерінің құрылтай съезі өткен қала. Скорее, Оренбург. Оренбург. Ерте темір дәуірінің жеке-жеке бес қорғаныс қалқасынан тұратын бекініс қалашығы. Ну, может быть, все-таки Ақтау. Единственное знакомое мне название. Ақтау? Қазақтар 1812 жылға отан соғысына қай полктердің құрамында қатысты? Может, татар, орыс? Ну, я, насколько помню, тогда они нас назвали киргиз кайсаки. И как бы казах вряд ли употребляли. Татар, узбек? Үшінші тур. Фото сұрақтар. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. Бұл кімге қойылған ескерткіш? Ну, это, конечно же, Батырхан Шукенов. Я думаю, выдающийся казахстанский артист, который не только в Казахстане, но и за рубежом славу получил. А, я Батырхан Шукенов, ол саксофонда ойнайды, а студиясында, группасында. Он Жулия деген керемет өлені бар. Бәріміз балалық шағынан бастап тыңдап жүрген өленіміз. Біз сыртқа шыққанда, әр машинадан шыққан сол. Мен ол кезде мектепте оқыған едім. Бізде ол, яғни, Батырхан Шүкен ойында ұлы тұлға бізге керемет әндерін орындаушысы. Ну, именно Батырхана Шукенова. В принципе, допустим, его отан-ана, это очень патриотическое, мне кажется, даже не просто с точки зрения, что это можно слушать, а можно как-то даже заряжаться энергией при прослушивании этой песни. Суреттегі бойжеткен кім? Тарихта несімен аты қалды? Да, это Хиуаз Доспанова, она летчица. Довольно-таки интересно то, что она вошла в историю, и, если не ошибаюсь, отряд был у них, который назывался «Ночные ведьмы» или «Ночные сестры», или их так прозвали немцы, за то, что они настолько как бы агрессивно вели бой, отвоевывали вот эти все участки. Хиуаз Доспанова, да. Что? Бұл тарихи ескерткіш қалай аталады? Қайда орналасқан? Это Айша Биби кесенесі, находится в Таразе. Я не так давно был там, посещал эту местность, ходил туда довольно-таки. Мне сам в целом город Тарас понравился, то, что мы его воспринимаем как один из древнейших городов Казахстана, но при этом там сейчас инфраструктура очень современная, то есть город обновился, и при этом они держат баланс между исторической частью и современной частью. Это очень понравилось. Ол ескерткіш, Айша Биби ескерткіші, Жамбыл облысында орналасқан. Бұл табиғат туындысы қайда орналасқан? Это Чаринский каньон. Ну, у нас не так много, скорее всего, мест с таким видом. Чаринский каньон. Шарын каньоны Алматыда орналасқан. Алматыдан там 200 километр. Суретте көрсетілген ойын атауы. Это Алтыбақан. Алтыбақан. А, это этот, ой, сейчас, Алтыбақан. Біздің бүгінгі ойының жеңімпазы Айдия Айдарбеков. Құттықтаймыз. Біздің көшбасшылар кестесі сіздердің алдарыңызда. Бірінші орында 40 балмен Дәулет Кәрбек. Да, в принципе, первый этап был такой более easy. Я думал, о, если так все дальше пойдет, будет неплохо. Но второй тур меня очень сильно напугал, настолько там были тяжелые вопросы. Пришлось повспоминать. Некоторые моменты я так даже и не вспомнил.
Нужно будет, наверное, обновить знания в части истории Казахстана. Сұрақтар қиын болды, себебі мен мектепті 2016 жылы бітірдім. Және содан кейін басқа салаға кетіп қалғандықтан арада 4 жыл өтті, и осының бәрі есімнен шығып кетті. Конечно же, нужно знать нашу историю, это наши корни, то, чем мы должны гордиться. И вот, в принципе, история, она же повторяется. То есть это не только с точки зрения образовательной сферы, да, что можно с кем-то при общении там сказать, вот я знаю такой-то год, такого-то хана. В целом, я думаю, это для нас больше как то, что мы сейчас обсуждаем, Рухани Жангару. Такое духовное какое-то наследие, которое нужно хранить в себе. Әр қазақтың міндеті біздің ата-бабаларымызды ұмытпау. Себебі тек өз тарихын білген халық ұлт бола алады. Біздің ұлтымыз, ол біздің тарихымызда. Да, это момент такой интересный квиз. Какие-то моменты были, как будто я реально присутствую на НТ, но в целом очень такая приятная атмосфера. Вспомнили историю. Вспомнили, я даже школьные годы вспомнил, насколько это давно было. Сейчас даже редко возвращаюсь воспоминаниями к этому периоду, но сейчас вот нахлынули моменты, как будто я за партой сижу, и меня спрашивают, нужно что-то ответить. Баршаңызға, назарыңызға рахмет. E-History каналына жазылыңыздар, тарих пәнін оқыңыздар. Сау-саламатты болыңыздар. До свидания. Сізбен бірге болған E-History сайтының интеллектуалдық ойыны.